Здравствуйте, меня зовут Гюркем Гюльдерян. Я студент первого курса кафедры полевых культур сельскохозяйственного факультета университета имени Неджметдина Эрбакана. Основной целью нашей кафедры является подготовка квалифицированных инженеров-агрономов в области разведения полевых культур, выращивания полевых культур и знания о полевых культурах, а также подготовка квалифицированных инженеров для всего мира и для нашей страны. На кафедре с первого курса нам преподаются базовые науки, а со второго семестра нам преподают зерновые, бобовые, кормовые культуры, промышленные растения, лекарственные, ароматические растения и тепличное выращивание. На факультете имеется две лаборатории. В то же время на факультете у нас есть одна грибная теплица, и совместно с преподавательским составом и студентами проводятся различные тренинги по семеноводству. Обычно у нас стажировки длятся 20 рабочих дней, начиная с третьего курса. У нас есть совместные проекты, которые мы осуществили вместе с кураторами. Студенты, которые окончат эту кафедру, смогут трудоустроиться в различных местах в их будущей деловой жизни. Имеются возможности трудоустройства в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, муниципалитетах, частном секторе в семеноводческом и фармацевтическом секторах. Причина, по которой я выбрал кафедру, заключается в том, что многие продукты могут закончиться по всему миру. Однако урожай, который мы получаем из почвы, и интерес, который мы испытываем к почве, никогда не прекратятся. Ни интерес к почве, ни к инженерам-агрономам не закончится. Так что это кафедра, которая не умрет. Вот почему я выбрал сельскохозяйственную инженерию. Причина, по которой я выбрал университет имени Неджметдина Эрбакана, заключается в том, что он добился многих успехов с момента своего основания. Я верю, что я также оставлю свою подпись там. Наибольшую пользу во время обучения я получаю от преподавательского состава и библиотеки. Академический состав очень внимательно и дружественно относится к нам и предоставляет очень хорошую поддержку. Я уверен, что они предоставят нам хорошее образование. До окончания университета я хочу выучить один иностранный язык, а после окончания обучения я хочу выучить еще один иностранный язык и устроиться на работу в частные учреждения и организации. Я с уверенностью могу посоветовать этот университет и заверить абитуриентов, которые поступят сюда, что они не пожалеют. Они смогут извлечь пользу от академического состава и окончить обучение как хорошие инженеры сельского хозяйства. Я желаю успехов студентам, которые будут сдавать экзамены. Мы ждем всех в университете имени Неджметдина Эрбакана. Университет имени Неджметдина Эрбакана – ваше будущее.